Всем добро пожаловать на канал Русская Усадьба. Сегодня мы будем производить монтаж теплицы Капелька VIP 2,9 шириной, 6 длиной. На данном этапе собираем брус 100 на 100, укладываем на фундамент, потом будем его анкерить уже к фундаменту. Дальше собирать каркас и одновременно подготавливаем торцы. Две теплички уже стоят. Вот мы разгрузили поликарбонат монолитный. Предварительно отмерили, отпилили дверь. Сейчас идет обшивка торца. И также подрезается. Скрутили мы брус с помощью уголков и пластин. Также собрали каркас. Каркас закрепили к брусу. Торцы обшили уже монолитом. Один и второй. И начали уже накидывать листы. Крепить их. Монтаж мы закончили. Прокрутили поликарбонат каркасу с помощью термошайб, также по низу к брусу. Брус закрепили к фундаменту анкерами. Доделали торцы, то есть двери, и установили форточные блоки на термоприводы. Всем добро пожаловать на канал Уральская Усадьба. Сегодня мы производили монтаж теплицы Капелька VIP. Она уже третья на участке стоит. Вот это вот первая. Несколько лет назад устанавливали. Все используется. За ней также вторая. Тоже там растет. И вот сегодня устанавливали третью. Поменьше уже. Капля VIP, ширина составляет 2,9 метров, длина 6 метров. Устанавливаются два форточных блока на термоприводы. Труба оцинкованная, профильная, 40 на 20 и 20 на 20. Изготовлены в виде ферм. Каркас крепился к фундаменту, к брусу, 100 на 100. А брус также крепился к фундаменту с помощью анкеров. Бурились и крепили на пластины и на уголки. Что в первом, что и во втором торце установлены распашные двери. То есть дверь цельная и в ней форточка. Поликарбонат использовался монолит прозрачный. Это что-то вроде похоже на оргстекло, только мягче. Также с ультрафиолетной защитой. На этом все. Не забываем подписываться.